Когда я был инженером, я ездил на работу в электричке. Наши еще и проблемы умеют решать, как никто в мире. Электричка. Жара, лето, горят торфяники. Это ж только у нас болота гореть могут. Все стиснутые, потные. Какой-то придурок дергает за стоп-кран все время. И машинист решает своим способом. Гениальный машинист. Готовы? Как меня пародируют? Готовы? Он по громкой связи объявляет. Если еще хоть один придурок дернет за стоп-кран, я включу отопление.